Добрый день, вы смотрите новости финансового мира на канале Инста-ТВ. Я Ольга Витковская. Народный банк Польши на прошедшем заседании не внес коррективы в размер основной процентной ставки, что стало неожиданностью для экономистов. Это четвертая встреча, где ставка остается нетронутой. Семидневную процентную ставку сохранили на уровне 4,75%, тогда как большинство экспертов ожидали снижения. Последний раз польский народный банк понижал ставку в июне 2009 года, в то время как центральные банки по всему миру ослабляют монетарную политику с целью предотвращения рецессии, Польша держит ставки на максимуме, начиная с 2009 года. Подобные действия польского регулятора вызваны стремлением контролировать инфляцию, ведь экономика страны довольно успешно справляется с влиянием европейского долгового кризиса. Но несмотря на это, экономический рост все же замедлился во втором квартале до 2,4%. В годовом выражении. Это самый низкий темп за 3 года. Инфляция все еще высока, и мы хотели убедиться, что тренд замедления экономического роста будет сохраняться, заявил председатель правления Банка Польши Марек Белка в ходе пресс-конференции. Центральный банк смягчит денежно-кредитную политику в следующем месяце, если статистика покажет дальнейшее замедление экономики и умеренные инфляционные риски, говорится в электронном заявлении, опубликованном после встречи. Следите за последними новостями мира финансов с нами на InstaForex TV. Всего хорошего!